Депутаты Сената на связи с общественностью ЖТСУ. В рамках укрепления отношений с населением парламентарии Султан Дюсембинов и Галиаскар Сарыбаев прибыли в область ЖТСУ с рабочим визитом. В ходе поездки они ознакомились с текущей обстановкой в областном центре и посетили ряд социально значимых объектов. Подробности у Айгерим Копаевой. В ходе рабочего визита народные избранники первым делом посетили городскую многопрофильную больницу. Медицинское учреждение, рассчитанное на 370 коек, изначально получило финансирование на оборудование всего 150 мест. С учетом динамичного роста областного центра, местные власти выразили обеспокоенность по поводу стагнации финансирования. В связи с этим они обратились к центральным властям с просьбой о пересмотре и увеличении бюджетных ассигнований, чтобы соответствовать текущим потребностям города и его жителей. Также народные избранники посетили ЖТСУский университет имени Ильяса Жансугурова. Здесь они ознакомились с уникальной образовательной программой «Илиастану», которая является частью учебного процесса с 2012 года. Кроме того, депутаты заинтересовались работой радио и телестудии образовательного учреждения, где студенты, будущие журналисты, приобретают практические навыки, проводя беседы с активной молодежью города. Келешекте бағанағы ашты оған студенттері, яғни басқа сусындардың түрін пайдалы түрде шығаруға мүмкіншілігіміз зор. В ходе своего визита в ЖТСУский университет Галиаскар Сарыбаев и Султан Дюсембинов провели продуктивную встречу с преподавательским составом вуза. Народные избранники внимательно выслушали их предложения и идеи, а также обсудили пути реализации проектов. Талдыкурганский центральный бассейн подтверждает свой статус одного из лучших спортивных объектов Центральной Азии. Этот современный комплекс, оснащенный 50-метровым бассейном международного класса, создает идеальные условия для подготовки спортсменов. В настоящее время учреждение посещает порядка 1200 детей. С начала текущего года спортсмены из области ЖТСУ проявили себя как сильные конкуренты на национальном уровне, завоевав впечатляющий набор медалей на чемпионате Казахстана по плаванию. Их достижения включает 8 золотых, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей. В рамках рабочего визита депутаты Сената посетили и областную больницу, один из самых старых медицинских объектов региона, построенный в середине 70-х годов прошлого столетия. За последние 48 лет здание практически не ремонтировалось. Как отметили народные избранники, объект нуждается в существенной реновации и требует значительного финансирования. В ходе нашего визита в областной центр мы поставили перед собой главную задачу – встречу с местным населением для выявления насущных проблем. Одним из ключевых моментов стало посещение многопрофильной больницы, которая позволила нам оценить необходимость строительства нового медицинского объекта. В рамках диалога были рассмотрены различные аспекты данного проекта, включая финансирование и планирование здания. Наш визит стал важной платформой для решения ряда актуальных вопросов, направленных на улучшение качества жизни жителей этого региона. Стоит отметить, что депутаты Сената продолжат рабочие поездки по региону. После визита в областной центр народные избранники планируют посетить Текеле и Алакольский район. Основная цель – ознакомление с жизнью региона и деятельностью социально значимых объектов. Айгерим Копаева, Эльдана Серикбайгызы, Надир Хамзин, телерадиокомпания ЖТСУ, Талдыкурган.